Максим Ведищев увлекся рыбалкой еще в детстве. Рыбачить начинал на озере Боровом, сейчас предпочитает выезжать за город. Однако и в черте Сарова есть привлекательные для ловли водоемы. На протяжке раньше рыбачил, окуня было много, сейчас вот, конечно, замор был. На Филипповке тоже, особенно на второй, раньше клевал хорошо окунь и карась. Это в последнее время что-то там маловато стало рыбы, но окунь еще остался. Как и у всякого рыболова, у Максима есть в запасе интересные истории, которые происходили с ним на рыбалке. Однажды на его приманку клюнула черепаха, а одну рыбу он поймал необычным способом. У меня был только карп на 11-200, и то я его поймал в Илеве, но, правда, поймал его, правда, за хвост. Это был тоже необычный случай, когда я его подцепил. Я думал, что он клюнул, но потом, когда стал принимать уже подсадчик, у меня народ стал поднимать, уже вижу, что хвост впереди, а голова... позади. Тем, кто только открывает для себя прелести ловли рыбы, Максим советует обратиться за информацией в интернет. Также советом помогут и рыбаки со стажем. Если приходит человек, он всегда спрашивает, как, чего ловить, подскажешь, там, если прикормку замесить, там прикормку, если на хищник, там какие блесна лучше. Как бы все спрашивают, какая проводка, всем расскажешь, все как бы понимают и без проблем. Сейчас Максим больше ориентирован на спортивное рыболовство и участие в соревнованиях по рыбной ловле. Такие состязания проходят и в Сарове. Попробовать в них свои силы могут все желающие. Подробности в группе Федерации рыболовного спорта Сарова ВКонтакте. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Сарова 24.